Потасовки со спецназом и гневные выкрики. 10 тысяч человек вышли на протест в Амстердаме, несмотря на запрет властей. Люди недовольны принуждением к вакцинации и ужесточением антиковидных мер. С 19 декабря в Нидерландах действует почти локдаун. Закрыты все магазины, кроме торгующих основными товарами. Не работают музеи, театры, спортзалы, рестораны и кафе. Нельзя собираться группами более 2 человек. Власти города заявили, что у правоохранителей есть сведения о подготовке акции насилия во время демонстрации. Поэтому мэр Амстердама одобрила чрезвычайные меры, уполномочив полицию разогнать протестующих. Против людей применили дубинки и слезоточивый газ. Некоторые демонстранты вступили в стычки с полицией. 30 человек были задержаны, пострадало 4 правоохранителей. О пострадавших среди протестующих пока ничего не известно. Между тем, демонстранты все равно прошли маршем по главной улице Амстердама. На плакатах надписи «Меньше репрессий, больше свободы. Дело не в вирусе, а в контроле». Я вышел потому, что мне нравится жить. Думаю, не нужно бояться и хватит жить с постоянным страхом смерти. Все когда-нибудь умрут. Мне нравится жить, и я счастлив. Ограничительные меры не имеют ничего общего с заботой о моем здоровье. Просто некоторые хотят установить над нами контроль и лишить нас всех наших свобод. Я здесь потому, что считаю, что все мы должны быть свободными. В декабре в Нидерландах очередная вспышка эпидемии пошла на спад. Однако власти, по примеру других европейских стран, ужесточили карантинные меры. Объясняют это желанием избежать распространения штамма Омикрон. Не знаю, чем он мне грозит. У меня был ковид, и особых проблем не было. Небольшой озноб, небольшой насморк, немного поболела голова и все. Я не боюсь этого нового омикрон-штамма. Мое заведение продает выпечку, и для меня очень важно открыться. Поэтому я не согласна с правительством. Я хочу, чтобы в кондитерскую приходили гости и наслаждались, получали удовольствие от жизни, потому что вся радость ушла, ее здесь нет. Антиковидные ограничения в Нидерландах продлятся до 14 января. Потом, при необходимости, их могут продлить.